Приветствую, ребята! Сегодня мы будем опять играть в игру под названием Hotline Miami. Да, мы хоть игру-то само собой и закончили, но есть что-то и за ее пределами. Например, компании и уровни в мастерской. И я решил запустить новую рубрику по Hotline Miami. А именно, вся члена в мастерской. И первая серия будет посвящена компании Супер Марио. 6 уровней. Погнали. Давайте без пропуска интро. Марио! Марио, Боузер снова похитил принцессу Пич! Да, тут спрайты самостоятельные. Ты должен спасти ее. Опять мы идем вперед. Да. Перевел вам все, что нужно. Да, то... Господи, боже. Господи! Господи, боже, я бегу по небу. А, ну, в принципе, труба тут машины, чего тут, чему тут удивляться? Новая сцена, мир один-один. Охренеть. Королевство. Стоп. Господи, боже. С них монеты выпали. А это что за гриб? Ну, ясное дело, мы его подобрать как бы и не можем. Фритата-та-та-та-та. Это что за хитбокс? Это, блядь, такие. Мы чё, играем за байкера? Какого хрена? Я, конечно, понимаю, новые спрайты невозможно как бы так лаконично настроить и все такое, но... Чё за хитбоксы? Ну, это из-за спрайтов Марио, шуилоги. А, господи! Знаете, Марио это выглядит даже многообещающе. О, господи, у Гумбы есть кровяка. Только я не понял, а что обозначают эти стены? Стекла они зато не обозначают. Хоть что-то. Только как нам проникнуть? Как нам проникнуть в нижние места? Если нормального чего-то тут нету. Кроме турки. А, вот она дверь. Да, тут ножи, как у байкера. В нашем случае фаербол и Марио. Которые мы можем взять. Но все так же, как у байкера. Мы не сможем их подобрать после убийства. Да. Благо гумбы с фаерболами не имеется, а то я бы точно бы сдох. Чё? А вы тут за кого меня принимаете? Я боюсь к этому панцирю уж подходить. А. Он все равно не такой. Не успел. Нет, а я виноват, что тут задержка определенная. Господи боже. Ребята, походу я тут застряну надолго. Господи боже. О, бля. Собаки, идите вы в жопу. Мне еще фаерболы сохранить нужно. Душу отстаньте, вы придурки греба. Самое забавное, что с них бита выпадает.
Чё и логично. Они ж от врагов обыкновенных. Но! Забавно, у Гумб как бы рук-то и нету. Как они могут держать биту? Да и вообще, по сути, у них ничего в руках даже нету. Ну, то, что по идее должно быть. О, бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. Господи. А вас тут как угораздило поместиться. Иди нафига. Просто. Во. Так, а что там у нас? Угу. Куча гумб. А если гумбы у нас куча, то мы действуем так. Ну вот как-то так действуем. Точнее, пытаемся действовать. Фаерболы используем только при необходимости. Бля. Прикольная смерть с фаерболом. А иногда, если бой неизбежен, не сумел отбить атаку. Идите-ка вы нафиг. Я все еще первую комнату прохожу. Бля. А. Собака. Господи боже. Вас как загораздило. Куда зайти? Забавно, что они по небу ходят. Зато хоть мне в веселье. Да и наш Марио тоже специалист по магическим хождениям по небу. Ну так тоже весело. Ой, бля. Мужик. Ты не против, если я тебя порешаю? Ну чё? Порешаем. Бан. Остается главное не зафейлить. И на одном из гумб не просрать, потому что, напоминаю, хитбокс у Марио тут пипец какие странные. Потому что они используют ассеты от обычных персонажей хотлайна. Ошибемся хоть где-то, нам кобзда. Наконец. А, это и все, что ли? Я думал, счет будет. Эй, плюс. Угу. Все, прошли. Блин. Это было легко. О, господи боже. 8 минут этот уровень проходил. Куда я поеду сейчас, Тодд? Прыгай прямо в трубу, быстро! Ага, в трубу. Вперед! Ой, мир 2-1, пипец. Ну чё, погнали. Это туса века. Так, теперь тут присутствуют еще более разъяренные гумбы. Ну и новая разновидность. Синие гумбы. От которых бурим голова. Да, теперь они имеют пистолеты, блин. Руки на стол. Да, руки на стол. Теперь эти монстры имеют пистолеты. Да.
Да, теперь кроме ближников прибавились еще те, которые имеют пистолеты. О, взял. Ты чего? А чего этому братанам прикрылись? Забавно. Механика должна тут быть. Чего-то она не работает, ребята. Косяк у вас тут! Фри-та-та-та-та-та-та. Ой, бля. А чё вас там так много, мужики? Как жаль, что мне придется вас всех тут поджечь. Фри-та-та-та-та-та-та. Фри-та-та-та-та-та-та. Помидорки. И яйца. А где мои яйца? Есть пробитие. Как бы, по идее, пробитие должно было быть. Здорово. Решаем. Ничего, решаем. А мы-то тут откуда? Тынь-тынь-тынь. В лаву окунемся. Всегда мечтал это сделать в Марио. Зашибись. Я в лаве окунулся. Ладно, без шуток, ребята. Сейчас реально без шуток. Привлекаем этого громилу. А затем этого поджигаем. По идее. Да, собак. Да ём. Что не так? Нет, а чё тут такие хитбоксы сломлены? Нет, тут сломаны хитбоксы. Пистолеты тут падают. Хук знает откуда. Ну хотя с учетом на то, что синяя разновидность этих говнюков намного опаснее, чем остальные разновидности, тут я не несу в долг. Но это компания по Супер Марио, просто пипец. Два врага. Чего? А ты с каких хренов туда вошел? И вообще, почему после их смерти выпадают монеты? Логично, чтобы из них выпадали грибочки. Эй, толстый. Не переживайте, ребята, к Puzzle and Dragons я скоро вернусь. Просто небольшой перерыв, а тут перегорание и все такое нафиг. Фри-та-та-та-та-та. Собаки, идите-ка вы нафиг. Троих. Я объяснил. Господи. Дынь-дынь-дынь-дынь. А где яйца? Инвалид, где мои яйца? Инвалид, а где мои яйца? Успеваем убивать. Мединспекция. Только бы не заметил. Только бы не заметил. Не заметил. Благо. Чё? Бля, я забыл, что это та разновидность, которая стрелять может. И не хухры-мухры вам. Вот. Вот так-то. Ой, от этого. Все. Остается только с этими товарищами разобраться. И вообще. А, нет. Пока что нет. Повторяю. Хитбоксы у Марио
И у остальных врагов просто какие-то космически сломанные. Из-за чего буквально делаешь одно, а получается другое. Вот, например, хочешь победить двух врагов, а ни хрена не получается. Из-за того, что у вас сбито вместо нормального пистона. Потому что механика взята с байкера, которого вырезали из играбельных. Одиннадцать. Боху, неплохо. 12. Собак! Это уже 15-я минута. Пипец. Это еще сколько будет продолжаться? Фри-та-ту-та-ту-та-ту. О. Всё зарезал. Эй, ты, дебил. Дебилы. Собака, дебил, ты чертов. Ладно. Ты мне оставил выбора. Где мои яйца? Говорит, где мои яйца? Вы? Не ждали? Сюрприз. И как мне с ними-то бороться? Потому что подхожу, сразу прицел в голову нафиг. Подхожу к другому, снова прицел в голову. И так раз за разом, в надежде на хоть что-то. Да чё ты не входил? Да, минус этой компании в реальном управлении. Реально. В управлении это мелочь. Да собак. Хотя, знаете чё? Ладно, пофиг на этот конец. Во, на третий мир давайте. Не, не пропускаем. О, подводный уровень. Я не... Море. Чё? Я должен это пройти. Классно, наши любимые подводные уровни. Благо, тут не ограничивается ничем просто. Поэтому можем спокойно расслабиться. Господи! Так, и тут прибавились новые враги, блуперы. Которые обладают техникой. Ну, короче, это к примеру, те же головорезы. А, нет, это псины аж! А тогда где логика? Почему бы чайный чомб было бы не добавить вместо этого? Потому что, ну, логики в блуперах совершенно не имеется. Нахрена нам тут собаки?
Реально, нахрена нам тут собаки сдались? Ой. Бан. Да, собака, я тебя вообще... Это ты собак? Нет, говорю, компания в этом случае совершенно сломана. Это пипец какой-то. Это что за разочарование? Нет, пытаюсь сделать одно, получается другое. Так, заведено везде, где только можно. Ну, классно! Делаем одно, получается, как раз таки то, что получается через жопу. Бля... Собак! Да, нет, да, нет! Дело в том, что не видно никакого оружия, только лишь при смерти. А, согласны, не помешало, когда на вас бежит враг с калибром 82 на... И. Тут бы уже не помешали бы люди, поскольку у них хоть можно увидеть оружие. Ну а так, так ты просто ничего не видишь. Ты видишь только тело. И то, что буквально должно существовать. Фри-та-та-та-та-та-та. Я ненавижу! Нет, реально, логичнее было бы добавить Чен-Чомпа вместо блуперов в качестве собак. Ребят, походу мы с вами эту историю не пройдем. Потому что нет, но вы сами. Но вы сами видите, какова сложность уровень. Какова сложность уровней. Ну, вы же сами видите. Какова. Так что. Давайте уже перейдем к четвертому уровню. Че? Ага. Снова труба. Залезаем. Господи, а тут мы где? Так, благо блуперов тут не присутствует. Уже хорошо, но есть и калибры, которые могут сразу нас порешать с пистолетом. Да и добавили аналог стекол. Да, аналог стекол добавили. В этом уровне, пизде. Реально, свершилось, ребята, на этом уровне добавили аналог стекол. Гуси. Гучи, гучи, гучи. Кучи. И забавно, что будет, если обычный гумба подберет пистолет. Он станет синим гумбой. Реально, ну или точнее гумба из пещер. Загадка на все времена, ребята. Самое забавное, что я не могу подбирать все это. Я тебя даже не заметил. Господи. Походу я буду страдать, ребята. Знаете, мы просто сейчас рассмотрим все уровни и нафиг. Потому что конец тут наверняка тут один и тот же. Следующий, пятый уровень. Тут изображены купы. Значит, нас ждут что-то по типу головорезов. Ну, точнее, жердяев. Здорово, тот. Принцесса недалеко. Но опасно сюда идти.
Ого! Чё это? Чё это мы хватанули? Только шо? А шо мы только шо хватанули? Да, как я и был прав. Тут нам добавили пресловутых головорезов. Да, свершилось. Головорезов добавили. Но, наконец, я не посмотрю. Ну, вы же знаете. Мы просто проверяем, какая тут всячина в мастерской. Ну, вы сами понимаете. Ну и последний уровень. 6-1. Финал. Наша принцесса в этом замке. Чё? Ну ладно, сейчас спасем. Странно, а где кровь? Всегда в конце акта должна быть кровака. Ну вот этот уровень я уже попытаюсь пройти ради финала. Да, ради финала я готов идти в эту пучину всего, чего только можно. В лаве покупаемся. Тут сплетено все, что только можно, и все, что только нельзя. В том числе стекло. Точнее, аналог стекла. Су! А тут придется страдать много. Потому что... Нет, это... Это звездец. Да, повторяюсь, мы тут много страдаем. Чего? Как я прошел? Я что, через стену смог пройти или... Я реально через стену смог пройти, ребята. Реально, ребята, я реально смог через стенку пройти. Зачинись быстрее, мразок. Не ожидали? Вот и я вас не ожидал. Господи, а тут еще ядовитый гриб откуда-то. Вы где их только берете? Напомню, тут нет этажей. Это просто один большой уровень. Ой, бля! Только не собаки! Блуперы. Хотя тут всего один момент с блуперами, так что... Не воздержимся от огонька. От огонька мы реально не воздержим. Потому что всего тут один момент с блуперами. И нафиг. Больше ничего. Да и то блуперов было немного. Да, всего-то двое. Господи. А тут-то что происходит? Ай, ай, ай. Господи, пизде. Ну, естественно, этих... Скотина глушить с первого раза было бы нельзя. Это же было бы тогда нелогично. Через окно нафиг. И я снова через окно пролез. Класс. Классно, мужики. Классно, сосна. Господи. Она уя была открывать на всю Ивановскую. Реально, он на всю Ивановскую дверь открыл. Это разве порядок? Нет. Это не порядок. О! А вот и главный злодей всего. Ну чё, Боузер, я порву твою жору. Когда я до тебя доберусь? Дынь, 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 дынь.
Ну или же я не, пока я не сдохну. Потому что любой исход может быть. Только я сказал, пока я не сдохну, а сдох! Накаркал собак. Ой, бля. Ну мы зато увидели Боузера. Хоть что-то. Хоть что-то хорошее. Да ты серьезно? Ты двоих, ты троих должен был захапать. Какого одного нафиг? Сук. Нет, желательно, чтобы вы видели, что персонажа в руках, а то вы ни хрена не увидите. Да, су. Не, ну пистолет понятно, мы умираем от одной биты. Пизде. Охренеть логику у разрабов. Пробегай! Фух. Не пробил. Тут наверняка же будет финальный диалог. Нет, он головореза добивает, а про этого хухора забывает. Ладно, зато мы увидели Боузера, и конец наверняка будет прост. Ладно, ребят, хоть мы и прошли только один уровень, мне немного понравилось. Да, понравилось хоть что-то. И довольно заслуженно этот уровень добывает себе оценку 4. Но, ребята, не забывай, что у нас тут еще много чего. В следующей серии мы будем проходить одну из русских на этот раз. Одну из русских карт компаний. Один из русских карт компаний. Например, правильный номер. Горное дело. Вот. И очищение от грехов. Повествующее о сыне. Ладно, ребят. На этом мы и закончим. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видосы. Пока!